Так, судя по вашему соратнику, спортсмену Егору исполнилось 7 лет. Ты защищал женщин и помогал всем. Молодец, давай, Егор. Романыч, давай. Я желаю тебе, чтобы у тебя был скейтборд. Скейтборд. А автомат? И автомат? Да. Для чего? Чтобы стоять. В кого? Сразу же ты говоришь, не надо делить американцев, все любят, мы все любим, понимаешь, Роман.